Здравствуйте! Здравствуйте все вновь прибывшие в Москву, в нашу огромную, любимую, взрослую столицу. 800 сколько лет? 870, друзья. Это прекрасный возраст, как говорят бурановские бабушки, в 70 жизнь только начинается, а в 870 и подавно. Друзья, есть ли здесь любители футбола? Нет. А есть ли любители лепса? А есть, вон там ребята, да, на дальнем, на галерке. Любители лепса есть? О, есть. А кто не любит лепса? И, о, один нашелся, так тихонечко поднял руку. Ну, молодец. Друзья, вот у меня есть подруга, которая не любит лепса. Премьера на радио-шансон недавно состоялась. Моя девушка не любит футбол и не слушает лепса. Всем любителям футбола и хорошей музыки посвящается... Ее тело словно король, губы знак бесконечности. Все готов я поставить на кон, чтобы вместе в одном направлении, чтобы только в одном направлении. И пусть моя девушка не любит футбол, и пусть она не слушает лепса, когда ее платье скользит на пол, от меня мое убегает сердце. И пусть моя девушка не любит футбол, и пусть она не слушает лепса, она играет главную роль, самую главную в моем сердце. Огромное, друзья, что нужно сделать в день рождения? Пожелать счастья! Желаю счастья вам!